Управление ФСБ России по Саратовской области располагает сведения о том, что гражданин Российской Федерации Шахабуддин Шахабуддин Магомедович 26 августа 1997 года рождения, временно зарегистрирован по адресу город Саратов, улица Шахабуддина, дом 2, в период с ноября 2015 года по декабрь 2019 года в социальной сети ВКонтакте под материалом террористического характера размещал комментарии, в которых публично заявлял о признании идеологии и практики насилия правильными, нуждающимися в поддержке и подражании. Указанные действия создают условия для совершения преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205 прим. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Публичный призыв к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма». На основании изложенного, в соответствии с пунктом Г2, частью 1 статьи 13 и статьей 13 прим. 1 Федерального закона 3 апреля 1995 года номер 40 ФЗ о Федеральной службе безопасности в целях предупреждения о совершении преступления Шахабуддину Шахабуддину Магомедовичу 1997 года рождения, паспорт гражданина Российской Федерации серии 6317 номер 426060, объявляется официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205 прим. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Настоящее официальное предостережение может быть обжаловано в вышестоящий орган Федеральной службы безопасности, прокуратуру или в суд. Суть документа вам понятна? Да. С содержанием документа вы согласны? Да. Прошу расписаться в его ознакомлении. И вручение первого экземпляра.